Псалом 138:10. «И там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя». Очень сильный фрагмент из Библии, который говорит о том, что Бог способен удержать нас в любой ситуации, в которой мы находимся. Нет такой ситуации, которая была бы не по плечу Богу и которая бы застала Его врасплох. Где Бог бы развел руками и сказал: «Ты знаешь, я сам не знаю, что делать, я не могу тебе помочь, потому что я просто не предполагал, что все так сложится». И это тоже очень важно помнить и знать в такие минуты, потому что обычно в такие мгновения нашей жизни все говорит о том, что это конец, это уже невозможно, это не изменится, вы не способны будете преодолеть это, и, скорее всего, ваш удел – это просто сдаться, отдаться на милость ситуации, людей, и не ожидать, во всяком случае, чего-то кардинального, каких-то перемен, каких-то изменений в жизни, и, скорее всего, нужно будет смириться с поражением. И вот Господь говорит о том, что в любой ситуации Он поведет нас, и Его десница, она удержит нас. Он способен будет провести, Он способен будет удержать, поддержать, укрепить и провести нас через те обстоятельства, в которых мы находимся. Поэтому ободряю вас держаться этого обетования, держаться Господа, держаться Его Слова.